И всем привет, ребятки, с вами снова Nemesis, И что же вы видите на своих экранах? Pixel Gun 3D Block World Pocket Survival Shooter Port by Dialang 001 and 55AR. Да, ребятки, это старая версия игры, то бишь версия 3.6 2013 -го аж года, практически 11 лет назад. Вот игра вышла буквально вот, получается, по моему времени вчера, 11 лет ровно назад. Эта версия, ну, считайте, вышла позже. Я думаю, она вышла где-то... В июне, где-то в такое вот время. Вот, в общем, что могу сказать, это вообще <laughs> старье такое, и его портировали на ПК. Ссылочка для скачивания будет в описании. Там дискорд сервер, вы сами все найдете. А я же сегодня хочу поиграть в эту версию. Но сегодня у нас будет не desmatch, не кооператив, а survival. Это старый режим, который был еще до появления компании. Да, ребятки, у нас был survival. Это вы ходите по уровням, просто убиваете боссов и все, как бы переходите на следующую локацию. В общем, сегодня засмотрим эту версию. Если вам очень понравится, я, соответственно, сделаю на этой версии онлайн, соберу подписчиков, и мы сразимся, получается, в матчах. Посмотрим, как игралось в 2013 году в Pixel Gun в онлайне. Вот так вот, ребятки. Ну что же, мы с вами приступаем. Покажу вкратце вообще про эту версию. Вот, настройки. Вообще только sensitivity и звук можно выключить и включить. Даже нельзя изменить ни звуки игры, ни звуки музыки, ничего нельзя. Это очень старая версия. Вот это все настройки, ребят. <laughs> Жесть. Но при порте там можно будет вы выбрать, получается, ваше разрешение экрана, поменять раскладку, в общем, все вот такие вот дела. Также здесь есть сразу ссылка на Discord, но смысла нет, я вам оставлю ссылочку. Это уже добавил автор порта вот этого вот, спасибо ему огромное. И все. Так, ну что же, идем выживать, посмотрим, что это происходит. Итак, первый уровень. Пройдите 5 следующих левелов и соберите 2 монетки. Так, единственное у меня очень шумно, я у себя чуть-чуть убавлю и, честно по секрету, я этот видос теперь э, снимаю после начала, спустя наверное неделю, даже больше, потому что у меня тупо два раза не записалось, у меня вылетало окно при того, при том, как я нажимал F1 клавишу на клавиатуре, у меня вылазило окно и все, у меня ОБС, короче, менял вот эту штучку. Ну, короче, кто снимает видосы, тот понимает, у меня просто окно сменилось, и там было просто чисто вот черная вот это вот, черный экран и моя вебка, все, блин. А игра вся пошла в одно место. Вот, ну что, первый уровень, да, я не стал сразу тогда снимать, потому что мне задолбало тупо два часа говорить одно и то же. Я поэтому Думал, ладно, пройдет время, я отдохну и заново сниму Короче, что могу сказать Вот, в принципе, выглядит вот так вот э -э, выживач Здесь просто разные локации по аренам э -э, И все, как бы надо убивать всех монстров Кстати, вот эта карта, арена, она самая-самая первая вообще в игре, которая существует Причем вот эта вот <coughs> Которая еще без входов вот в этих вот дверях Тут еще не было входов, как вы видите Нельзя было войти и монстры все те же самые. Вот эти зомбаки. Разве что там были еще другие, я помню, в самой-самой первой версии 1.0. Так, кстати, вот тут есть вот пулемет. Посмотрите, как он просто выглядит, как он стреляет. Это жесть полная. Что это за тряска у него такая? Подвижка у него просто что это ужас какой-то. Вот. -мо, ну, конечно, и пулеметик. Ну, зато какой пипец, он мощный. Так, реально, мне сейчас эти гиганты нафиг сожрут. Да, еще здесь проблемы с прыжками, потому что вот я сейчас задерживаю. Я не могу контролировать прыжок. Он у меня прыгает просто куда хочет. Вот я вправо взял, он прыгает вправо. Я не могу условно сменить траекторию падения прыжка игрока. Так, также вот я тут купил косу. Она стоит за монеты, но у нее очень странные хитбоксы. То есть вроде я вот сейчас вот в гиганта целюсь, а иногда он не убивает, да. И после всех монстров здесь босс. Короче, как арена. Но раньше не было компании, и вот это и была компания, можно так сказать. Да, здесь у меня есть еще эксклюзивные пушки, быстрая смерть, вот так вот выглядит. Перезаряжается тоже по-другому, вот. Да, и вот это вот смесь арены и компании раньше была. Босс, конечно, примитивный. А, о, обычный дробовик. Да, кстати, вот так он выглядит, перезаряжается. И очень странно, что персонаж держит его одной рукой. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то в реале стрелял одной рукой из дробовика? И у него тоже очень странные хитбоксы. Вот один раз я сейчас выстрелил и не смог его убить. Это очень странно. Ага, во, автоматик. Отлично. Тоже по-другому немножко выглядит, более такой пиксельный такой вот, как сказать, серый, черный, короче примитивные цвета, вот, э -э, понятно, да? <laughs> То есть насколько был примитивным пиксельган наш любимый? Так, ага, патроны, да, здесь очень надо экономно собирать патроны, так, ага, вот, отлично, так, единственное, да, тут еще темка есть с секретами. Вот мне интересно, тут есть секрет? Алмазы. Да, ребят, в этой версии 3.6 были алмазы. Так, нет. Или здесь реально нету? Просто я, насколько думал, они вот там в дверях. Не, нифига. Может, наверное, здесь и нет. Ну, ладно. Погнали в следующую локацию. О, лес Слендера. Слендерсмен. Форест написано. А, парк. Это даже не форест, это парк. Господи, какой он туманный, какой он страшный здесь. Фары тут светятся. Не, какие-то тут по типу рейтрейсинга шейдеров были раньше. Опа. Угу. Короче, теперь самое интересное. Я хочу вам показать арсенал. Сейчас у меня никакого черного экрана не будет, поэтому я нажимаю вот так. И вот магазин. Это раньше выглядел арсенал так. Премиум, пушки, ближние и... Патроны с бронью и аптечками Премиум Это вот такой вот премиум Меч скелета и большой свином молот Вот раньше так назывались Это сейчас, кстати, стало огненным демоном Пушка То есть раньше это был меч скелета Но это существует, кстати говоря Вот А, рестор, да, естественно, он здесь не работает а, Пушки Вот, это эксклюзивные вот эти вот Пушечки, мега разрушитель И быстрая смерть Далее, ближка. В ближке очень много всего было, как вы видите, да? Вот я купил здесь коса Крипера. Господи, как же они все копировали Майнкрафт, это вообще жесть. А, маленькая бензопила, кристальный меч, золотой топор. Майнер oh, вэпон, кстати, до сих пор так, по-моему, называется. Боевая лопата тоже до сих пор так же называется. Ну и аптечка, броня и есть вот это вот зелье, да? То есть очень интересное зелье, раньше... Как вы, может быть, многие знают, были зелья. Ну, в версии 3.6 зелий таковых не было. Эта штука, это просто как дополнительная ХПшка. То есть, если вы умираете на арене, э, покупаете вот эту штучку, юзаете и вы воскрешаете. Вот в принципе и все. Можно было докупить броню, честно, я не покупал и не особо хочу, но она будет тупо на один раз выживать. Все. То есть вы потеряете, надо заново платить 30 монет. Также и с шками за 15 монет восстанавливают full хп. Ну, патроны, понятно, восстанавливают патроны. Вот, в принципе, как-то так. Все, мы продолжаем. <coughs> ну да, спустя какое-то время проще снимается, а то как и третий раз бы, прикиньте, одно и то же говорил. Но, честно, не хочется. А говорить надо, потому что, ну, хочется показать версию. Е-мое, это версия 3.6 2013 года выпуска. Так. Вот, кстати, на этой карте есть секретка. Я просто уже играл и знаю. Так, погнали. Да, ХПшки выглядели по-другому. Не плюсики, не шкала, как у нас сейчас. А... Ой. Да, тут, кстати, зажимать могут. А вот чисто сердечки, как в Майнкрафте. Мне кажется, они ушли к плюсикам, потому что копировать Майнкрафт, ну, полностью нехорошо. Вот, насколько я знаю, у них там был даже какой-то суд у этого, у Разорбов ПГ, Рилли софт и Моджинг, Моджинг подавали вроде как в суд, Было, была такая тема, я из Вики читал, господи, че он такой темный, Ё-моё, его вообще не видно, это что такое? Вот, да, дробовик, попадаю, не попадаю, непонятно, то есть хитбоксы очень странно работают здесь у монстров и у пушек, так, есть. Тут, кстати, тащит все пушки. Вот, поэтому нет такого, что условно обычный пистолет самый фуфловый. Нет. Нифига подобного, он может тащить. Так, зомбаки тут трешотятся, да? Ага. Так. Ну, погнали. Что у нас тут, 17 монстров? Господи, он вообще черный. Лес Слендера раньше был реально страшнее. Это жесть какая-то. Так, ну давайте я вам мега разрушитель покажу. У него, кстати, нет прицела здесь. Здесь нельзя прокачивать пушки. То есть э, некоторые скажут, ну мы здесь так ты не прокачал пушку. В версии 3.6 нифига подобного не было. Это вот следующий видеоролик, который я хочу сделать про 7.1.1. Там есть такая тема, да, уже завезли прокачку. Здесь такого нет. Вот мега разрушители и быстрая смерть это две эксклюзивные пушки. Ну, за исключением ближек и вот этого премиального, как они там называют. Мечские лето и свиномолот. Какая нафиг это премиальная пушка, я вообще не понимаю. Как может быть мечские лето? Вроде название очень странное. Премиальной пушкой, блин. Короче, были странности. А че я на одном месте торчу? Погнали, я вам кое-что покажу. Потому что патроны, кстати, нам будут нужны. А здесь есть такой секретный подвалчик. Может так сказать, его. подвалом в горе. Вот он вот такой вот проход. Пролепипед такой вот длиннющий. Сейчас в нынешней версии такого нет. То есть это темный, страшный вот такой вот тоннель. Жесть. Очень страшно на самом деле. Умели разработчики создавать атмосферу вот эту вот криповую. Прям Слендер, это чисто раньше вот это было мемом, раньше было популярно. Слендермен. Игры, помните? Кто там в 2013-2014 год? Привет. Игры про Слендермена. Вот эти столбы, вот эти вот. Вот этот проход, да, он до сих пор он существует, кстати говоря. Так. Ну, давайте я схожу. Только единственное, по-моему, вот здесь секретка находится. Хочу вам показать. Да-да-да, вот здесь вот в этом закутке. Алмазик. Посмотрите, розовый алмаз. Алмазы существовали еще с каких времен. Дает тысячи очков. Да, здесь у нас очки. Это просто, типа, ну, во многих мобильных играх есть такое, типа, убиваете, что-то собираете, и очки даются. Вот в Пиксельгане то же самое было. Они просто влияют на твой рейтинг. Чем больше, тем лучше. Вот, типа, кто-то там побил рекорд, говорит, а у меня там в выживаче было вообще там 30 тысяч, а у меня там 15 тысяч было. То есть, типа, соревновательная штука. Тоннель вообще какой-то темный, страшный, жесть. Еле-еле что-то было видно здесь. Ой, ё-моё. Да, вот еще я знаю, они окружают. <связать> я один раз тут тоже снимал неделю с лишним назад. Меня окружили, и я умер. То есть надо быть осторожнее. Идти туда только, когда монстров мало. Боссы здесь тоже другие. Господи, сколько всего надо сказать. А не сказать это будет странно. Я же делаю обзор на эту версию, обзор на режим. Поэтому ну, я и говорю. Вот. Боссы были другие. Здесь нет такого слендермена, который у нас сейчас. Ага. Так. О, отлично. Не, не так давно я снимал еще и на второй канал э, компанию. И даже на этом канале тоже компанию год назад снимал. То есть кто смотрел, да и кто вообще играл, знает, какой здесь босс. Страшный слендермен телепортирующийся. Здесь нифига подобного. Сейчас я вам покажу, кто -то ходит. Только где один противник? Е-мое, его по всей карте искать. Стрелки никакой обозначающей не было. То есть иди ищи, как называется. О, вот он нашелся. Что-то какой-то ты медленный. Так, а где босс? Так. Босяра. Я хочу показать. Вот он. Это босс. Ну, да, Слендермен похож. Но, ну, е он нифига не телепортируется. Просто какой-то ходячий зомбак. Причем тупой. Да я его даже косо сейчас могу прибить. Что-то патроны тратить. Атакует очень странно ру ручками своими. Машет, как будто погладить хочет. Но лучше особо к нему не суваться. Да, он явно наносит. Не хочу проверять. Ну чё ты? Все, откис. Чё по патронам? Есть там, нет? Есть. Это вот, кстати, прям... На вес золота патроны. Погнали. Третий уровень. О, тюрьма. Тоже прикольная карта. Господи, слизняк прям при мне заспавнился. Да, здесь такая тема есть, прям при вас могут заспавниться зомбаки. И неделю где-то с лишним назад я снимал, просто при мне раза два заспавнилось три зомбака. Это, конечно, было страшно и опасно, я бы сказал. Так, а вот премиальное оружие, вот это вот, лучше не исходовать. Так. Давай. Зомби-полиционер. Милиционер как хотите так называйте, зараженные. Слизняк чисто кубический. Паучок, ё просто посмотрите на этот паучок. Маленький такой жесть. Крипер тоже. Ну, как крипер выглядит. Очень прямо они косили под майн. Вдохновлялись, можно так сказать. Так. Опа, слизняк. Ваншотится. Так, пулемет. Ну ладно, у меня на него патрон полно. Это, наверное, самое мощное оружие здесь. Но перезарядка его меня просто убивает. Он просто пускает вниз и, и перезаряжается. Это жесть какая-то. Так, давай. Ага. Все, откисли. Просто посмотрите на эту перезарядку. Очень странная. Да, подвижность. Такой подвижности даже с большим братаном нет сейчас. Вот самая маленькая подвижность в игре какая была. С тяжелым пулеметом. Название себя оправдывает. Жесть. Так. Да, кстати, здесь секретка находится не вот в этом вот секретном проходе. Она находится в другом месте. Я думал, монета вот здесь будет. Здесь, кстати, да, находится алмаз вот тот самый, который дает мне тысячи очков. Спасибо, конечно, но вряд ли я рекорд побью. Я два раза игру здесь прошел на выживаче. Вот. Так, давай. Кстати, этот автомат я что-то не использую. Тоже можно бы. Ну, он очень скорострельный. Так, где тут проход-то? Нет, здесь нету. Секретка находится... Сейчас покажу, где. А, босс уже? Нифига себе, мы быстро справляемся. Так, нормально. Ага, вот здесь секретка находится. Сейчас вроде как не здесь. А, -а, -а нифига. Слушайте, я опять забыл, где она. Где у нас мон э монетка находится? А, ё-моё, здесь же нет монет. Здесь алмазы. Ладно. О, а калаш мне выдали. Нифига себе. Так, вот это босс у нас. А, не, или здесь есть монетки. Я что-то забыл, подождите. Не-не-не, здесь монет нет. Я путаю. Все, ребята, я уже запутался вверх всех. Так, кстати, вот автомат обычно я бы подобрал. Да, калаш тоже прикольный, кстати говоря, просто. Так. Ага, не-не-не-не-не, не зажимай, не надо. Они умеют еще сквозь стенки толкать. Так что надо быть осторожнее. Да-да-да, здесь монет нет, здесь только секретные алмазы. Монеты позже добавили. Так, следующая локация у нас больница. Господи, какая она тут темная. Просто двери какие-то. Ну, е ну что это такое? Хоррор атмосфера, ребятки. Здесь даже добавлена красная жидкость. Не буду называть для ютуба на всякий случай. Вы поняли, о чем я. Томатная паста, давайте так, томатная паста. Так что, да. Сейчас такого нету, конечно. Так, кстати, вот тут секретка, да. Дверь осталась до сих пор. Слизень тоже инфекционный. Так, подожди, подожди. Давай, давай, давай. По-моему, монстры все сохранились. Многие. Вот, да, вот алмазик. Здесь такая красная комната. Разбросаны эти лежаки, можно сказать, переноски. Так, для больных. Не помню, как они просто правильно называются. Так, давайте. Калашек. Хорошо. Блин, ну мне больше нравится моделька вот этого калаша, не то, что у нас сейчас. Ну, у него нет прицела, да? Конечно, это минус большой. У автомата нет прицела, это сами понимаете. Тяжело на дальнее расстояние. Но тут прицел, кстати говоря, очень удобный. Вот этот вот старый, алдовый. Он на каждой пушке. Что очень интересно. Один вот этот прицел. Я, кстати, не знаю, в игре он сейчас есть, вот в новых версиях, вот этот именно прицел. Или нет. Я, кстати, не помню такого. Но он явно не такой яркий. Но кто знает, тут вот, напомните в комментариях. Кстати, да, я еще что хотел сказать. Э -э... тайм я на каждый левел выделю. Поэтому для удобства можете найти, какой вам интересен левел. И глянуть но в целом что могу сказать выживать вообще как мне мне нравится этот режим я бы очень хотел чтобы его в игру ввели ну да скажите что есть арены есть режим выживания в коопе э, есть компании это в принципе считайте что они разделили вот этот вот один огромный режим на три можно даже так сказать это выживание опять же повторяюсь в онлайне в мини играх э, кампания и арена вот но все равно хотелось бы ходить по разным локациям, убивать монстров. Очень темный тоннель, да, согласие. Наверное, у вас плохо что-то видно. Вот. Кстати, руки. <laughs> я сейчас обратил внимание. Это самый-самый первый персонаж в игре. Пиксельмен. А, вот. Кто там смотрел последние видеоролики а, про, получается, Хендкам, где я спамил. У меня скин как раз-таки вот этого самого-самого первого персонажа его пересоздавал. И вот этот есть тот самый персонаж. Я его просто сделал по фану сам в редакторе. Очень нравится скин, классный. Его убрали, опять же, я повторяюсь, из-за авторских прав Маджанг. Так, 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 так. Вот это очень опасно. Босс просто чисто слезняк зараженный. Ну, чуть больше. Ну, блин, насколько же они ленились, наверное. Компания была маленькая, дай бог, наверное, из одного-два человека, честно не знаю. Игра создана на Unity, как-никак. Вот, Unity это движок для каждого доступный, можно так сказать. Любой фанат, какой-нибудь там программист может сделать игру. Ну скажу, блин, ребят, для 2013 года, согласитесь, это было имба. Это просто... Игра реально была классная. Смотрелась гуд. Сейчас, конечно, в 2024 году вот вот в этой играть. И это очень странно, согласен. Нынешний пиксельган куда динамичнее, прикольнее, но была своя атмосфера, согласитесь. Вот. вот приятно играть. Но опять же про этот режим я бы хотел, чтобы разработчики, я не знаю, смотрите вы меня или нет, вот этот видос. Так-то они меня вроде смотрят некоторые ролики, но именно вот это не знаю. Блин, разработчики, верните вот этот вот режим. Ну, блин, прикольно ходить. А еще в коопе, если по разным локациям убивать монстров. Ну, обычный выживач, который у нас сейчас существует. Ну, блин, ну, не знаю. Вот это прикольно. Господи, это старая вот эта вот карта. Очень темная. И меня здесь, кстати говоря, выкинули за пределы. И я даже не удалил это, я вам покажу. Это реально контент. Просто вставочку сделаю. Давайте прям вот сейчас. Давайте этим дробовиком. Не было ни доната, ну, донат, возможно, был только... Out of the map, ребят. А как я вернусь обратно? Не понял. А что делать? А как мне вернуться? Он меня затолкал. Ты можешь мне обратно вернуть? Тут руки с жампа еще не было. Зашибись. Ну что мне делать? Да, круто. <с> <мег bravo> ну можно погулять, конечно. <с> Ребята, я за карту вышел. Вот так она выглядит, кстати говоря. Типичный Майнкрафт, ё-моё. Жесть. Движок Юнити. <с> Офигеть. Ну чё, перезаход, да? Просто вы видели, меня просто выкинули за карту сейчас и... Очень странно. Просто любой замок мог подойти, тебя стиснуть туда, и все. Поэтому давайте сейчас поосторожнее. Я не хочу еще раз попадаться на эту ловушку. Господи, паучки. Маленькие такие. На этой карте это жесть. Вы просто посмотрите, я в него попасть не могу. Ужас какой. Давайте я вас с дробовика, наверное, посношу. Так. Да, кстати говоря, сюда монстры не заходят. То есть они просто тупо сюда почему-то не идут. Я не знаю почему. <связь> Это, ре... Это реально не додел. Просто посмотрите, какая здесь орда скопилась. Я тут босса зажал и убил, кстати говоря. Вот. И патрончики, да? Они как-то тут криво спавнится Я не понимаю, почему. Э -э вот просто в окне взяли и заспавнились. Ну, когда я снимал? Да вот вам, пожалуйста, пример. Ну, что за спаун патрон? И здесь можно ходить, чилить, не заморачиваться. Кстати говоря, я не знаю, где здесь секретный алмаз. Господи, вы уже прибежали, ребят, да вы чё? Я, видно, их не так далеко отвел, они уже сюда приперлись. Ну чё вы, ну, тупицы. Господи. Не, ну это скучно, давайте мы их погоняем, наверное, по, по арене, вот этой вот. О, слезняк, а ты чё, уснул, что ли? Давайте, давайте, Монстры, вы чё там? Идут, идут. Ну этот паучок, господи, я его даже не заметил. Чуть-чуть наступил и почувствовал. А так, блин, фиг заметишь. Господи, ну вот эти текстуры майнкрафтовские. Мне кажется, они сейчас по-другому немножко выглядят. Но карта очень атмосферная. Это чисто пещеры. Ну, кто играл в Майнкрафт? Я думаю, все играли. Согласитесь, это просто пещера. Обычная дефолтная пещера. Тут еще всякие руды. Нет? Ну, даже адские, наверное, пещеры. Да, наверное, так и есть. Так. И самое интересное... Сейчас же у нас существует компания, и в компанию засунули вот эти самые локации все. То есть, они просто продумали какой-то сюжетик. Честно говоря, видно, высосан из одного пальца. По-доброму, все равно неплохо. Я согласен, что сюжет в шутере это что-то гениальное. Вот, ну, правда же, правда. В 2013-2014 году, ну, в 2013-м компанию добавили. Сюжетка, конечно, ну, если вчитываться, вдумываться в сюжет, она прям выдуманная на ходу, можно так сказать, из существующих вот этих вот всех локаций. То есть вот эта вот локация добавлена во втором мире. Которая вышла, кстати говоря, чуть-чуть позже, чем первый, да? Наверное, через несколько месяцев. Да-да, у нас пятая глава сейчас не выходит уже лет пять. Да, пять лет. Раньше они вот за несколько месяцев вторую главу выпустили. Ну, понятно, что локации существовали. Там надо было просто продумать сюжет и добавить кое-каких там элементов, какие-нибудь там постеры, какие-нибудь там персонажи. Тоже, условно, «Мертвый священник» будет локация. Там его сейчас нету, на этой версии 3.6. Вот, они просто тупо добавили, и получилась сюжетка. А вот раньше же вот, вот это было до компании. Вот что самое интересное. Так, что, 7 монстров? Кстати говоря, это одна из самых сложных локаций здесь, и она мне <laughs> больше всего не нравится. Она очень темная, она очень неприятная. Здесь зажимать легко могут. Поэтому здесь надо быть все время в движении. Господи, привидения все какие-то квадратные, непрозрачные тут э, Хотя бы какую-нибудь прозрачность добавили, как в фотошопе Не, не заморачивались Примитивная стрелялочка такая была, но атмосферника. 2013 год, ё Для 2013 года, повторяюсь, это было круто Господи, старый револьвер тоже Нифига он не изменился Звуки только Ну да И дамаг такой же мощный ну, перезарядка <laughs> по-другому. Что он там? Как он перезаряжается? Просто опускает вниз и типа засовывает туда патроны. И ⁇ -мо ⁇ ну что это за босс? Сейчас у нас тут демон летает, между прочим. Вот это реально басяра. Демон, который стреляет огромными шарами, огненными, от которых фиг увернешься. Вот это хардкор. Особенно на сложной сложности, тут тяжело реально. Давай, погибай. Так. Что у нас тут патроны есть секретки я честно говоря не знаю где здесь не нашел может и нету как на первой у нас была локация на обычной арене да реально револьвер очень мощный просто вынес его за считанные секунды так давайте патроны собираем хпшечку так давайте на что тут о на калашек да повторяюсь патроны на вес золота поэтому я хожу и собираю ну нафиг надо Let's go, следующая локация Какая Пятая. Поздравляем, вы получили две монеты. Раньше монеты вот так вот и зарабатывались. Просто гроши какие-то. За следующие пять левелов нам дадут три монеты, да? Так. Да, секретка сохранилась до сих пор. То есть она у нас и сейчас есть. И тут вроде тоже как алмазик. Ну, тысяча очков, спасибо. Господи, а музыка сейчас, вслушайтесь. Я надеюсь, она на видео будет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Прям при мне заспавнились вы. Фигу вам. До сих пор сохранилась эта музыка. Жесть. Текстуры просто этот замшелый булыжник. Вроде сейчас не так же выглядит, не? Ну, прям реально Майнкрафт, посмотрите. Текстура взята на 100%. Причем старая еще до ремейка текстур в Майнкрафте. Ну, то есть самый. Ну, понятно, игра вышла до ремейка текстур. Поэтому, как бы, Логично. Так, давай, давай. Все, патроны кончились. Давайте этот мощный имбовый пулеметик. С ужасной просто подвижкой. Наверное, подвижка 3 или 4 здесь. Сейчас таких, конечно, пушек нет. Так. Жесть, конечно, подвижность. Ага. Птичка. Мумии, понятно. Ну, кстати говоря, мумии вроде остались сейчас, да, на этой локации в компании, если я не ошибаюсь. Так, ага. Здесь у нас что? Ну, давайте на экс эксклюзивную пушечку. Кстати говоря, мне сейчас патрон дают больше, чем когда я снимал. Просто патроны на каждом шагу, жесть. Спасибо, игра. Так. Получай по щам. Вот так монеты зарабатываются. Либо играй... Э мультиплеер. Причем там надо именно выиграть было. Жесть, то есть сложно монеты зарабатывались. А как вы видели, я вам показывал магазин. Там за монеты все покупается. И патроны, и жизнь. Господи, и донат тоже здесь был. На монетке можно было задонатить. Ну и возможно вот это вот зелье, которое у меня с левой стороны. На воскрешалку вот эту, так сказать. Вот. То есть донат был раньше, мне кажется, он был жестче. Монетки копились, как вы видите, просто с трудом. Ну и пушек, конечно, здесь было меньше. Но они же добавлялись и в версии 7.1.1, та же самая система с покупкой патрон за монеты. Все это сохранилось. Просто пушек добавилось больше, добавились прокачки. Здесь даже миротворца нет, вы о чем? Жесть. Коса крипера, ну е-мое. Босс, господи, фараон выбежал. Посмотрите, красный крипер. Нет, с такой подвижкой он меня догонит. Вот что за хитбокс был сейчас? Я вот в него попал с ревика. А он вообще не продамажился. Сейчас да, дамажится. Но вот первый шот вы видели. Очень странно. Так, портал. А где у нас портал? Так, ну явно не там. Так. Тут еще найди портал. Ни указателей, ничего нет. Ага. Патрон нету. Больше есть, кстати говоря. Давайте на дробаш. И на калаш. Дробаш, калаш. В рифму. О, моя любимая локация. И музыка вот эта. Люблю. До сих пор она существует. Двери вот эти, боже. Они до сих пор есть, кстати говоря. Почему они не сменили? Пора им, блин, взяться за текстуры старых карт. Ну, разработчикам, ну, блин карта ни хрена не поменялась за 11 лет, очень странно на самом деле, эти текстуры майнкрафтовские уже в 2024 году ну, смотрятся странно, могли бы обновить карту, они вроде как обновляют, вот Небесные острова обновили, очень классно выглядит сейчас, мне нравится, Пати обновляют, да, euh, на ПК релизе вы видели, да, там воду вообще сделали. Обновите другие карты, -мо, ну вот, вот эту карту можно же город сделать охренительные карты. Ну, -мо, ну вот эти майнкрафтовские текстуры в 24 году. Особенно, когда, сами понимаете, сейчас пушки новые выпускают. Пикселей там уже меньше становятся, они более сглаженные. Ну, да, они смотрятся в 24 году топово. Ну, блин, ну карту могли бы обновить. Что тут обновлять-то? Хотя это мне так говорить, а там не знаю. Ух ты, ё сколько патрон Так Зомбаков выносим И музычку сделать Не в моно качестве, а в стерео Потому что музычка урезанная Ну, потому что Чтобы сжать Так скажем, объем файла вот. А то многие жалуются, у них памяти мало в телефонах, хотя современные телефоны уже за 20 тысяч можно найти с 256-128 гигабайт. Явно для пиксельгана будет достаточно. Вот. Так что вполне можно музяку и обновить. Но они, типа, стараются для каждого железа, даже 2017 года, чтобы игра поддерживалась. Ну, правильно, наверное, ну, на ПК, на, в Steam вполне можно и обновить качество музычки. Так, Ну вот спасибо челику, который выпустил порт, и благодаря нему я могу вам показать полноценно ПК-порт, старую версию 3.6, причем с кастомным управлением от него. То есть удобно, я вот пушки переключаю на 1, 2, 1 свайпую влево, 2 свайпую вправо. Да, ребят, свайп. Кто скучает по свайпу, лайк. Он раньше был, вот версия 3.6, пожалуйста. И даже написано свайп. Просто брал вот так вот пальцем и свайпал. И многие спамеры на этом играли, на свайпе. Хэппи проводим. Пожалуйста, вам пример. Имбова научился на этой штуке спамить. Нет, спам убрали. Я не помню, кстати, когда. В 2018 вроде, нет? Я уже что-то сам забылся. Кто у нас там шарит за обновы? Тимур, ну-ка, смотришь ролик, подскажи, когда там свайп убрали. Я, честно, забыл. Вот так. Кстати, да, здесь тоже есть секретка. По-моему, она здесь, да? Да. За тачками. Тысяча очков. Гриффиндору. Да. Так, погнали. Что у нас? Босс. Где босс? Ё-мо, Опять его фиг найдешь. Так, давай на калашек. Спасибо. ХПшки вот эти вот восстанавливают по одному сердечку. Это, конечно, тоже Короче, донат прям тут тоже кусался. Сейчас жалуются, донатная игра, ага. Раньше попробуй, поиграй, накопи на все пушки, блин. Это надо выживать, постоянно играть. Эээ, что там у нас? Онлайн. Много-много надо было играть. Но тем не менее, для 2013 года я не перестану говорить. Ну, охренительная была игра. Ну, вспомните, шутер, хороший годный шутер в 2013 году на мобиле. Pixel Gun 3D был очень неплохим шутером. Но версия 3.6 может быть еще примитивненько, но вот дальше, да, дальше было прикольно. Так, что, погнали? Патроны я, правда, еще тут посмотрю, пожалуй. Ага, спасибо. Я, конечно, в 2013 году не играл, да, поэтому вот я сейчас вдохновляюсь, кайфую. Вот, ну, все равно, блин, это было круто. Я себя помню в 2013 году, блин, кроме Майнкрафта, особо никто ни во что не играл. Ну, террария еще, да. Вот. Дудликжамп, блин, ну это совсем уже. Ну, шутеров таких на телефоне, ну, не было, я не помню. Так. Карта тоже сохранилась вот это вот до сих пор, да, зона 52. Господи. Какая же она пиксельная, эта летающая тарелка. Это просто жесть. НЛОшка ложка же. Так, ага, убил. Только патроны кончились. Ну тут они вроде бывают. Так, давайте инопланетяне сохранились те же самые инопланетяне у нас и сейчас. Ученые вот эти зараженные. Так и паучки маленькие хрен попадешь. Так давай. Yeah. Что у нас тут? Ничего нет, патрон нету. О, нашлись. -мо, сколько. Вообще непропорционально они валяются, конечно. Так. Что, окружать будете, да? Ну, калаш, блин, был очень удобный, я скажу, очень удобно стрелять. Ни отдачи, ничего нет. Отдачи просто не существовало. Кстати говоря, и дробовик. У него не было механики дробовика. Он одним уроном стреляет на разных дистанциях. Что вблизи, что надали. Один и тот же урон у него. Короче, было очень-очень примитивненько. Ну, атмосферненько, согласитесь. Короче, давайте наберем здесь активчик, и я позову ребята, мы снимем онлайн-режимы. Очень прикольно игралось. Секретка до сих пор тут сохранилась. Только сейчас здесь монета. Но тут был алмазик. Так, Отлично. Тут у нас есть патроны, нет? Инопланетяне лежат, Да, Нифига здесь нету. Давайте на пулемет. Спасибо. Так. Два монстра, наверное, где-то позади. Погнали. Босса тоже надо убивать в более просторных помещениях. Так, а реально где два монстра? А, слизняк вижу. Пошел отсюда в ваншочу. Ну, давай на, ревер... на ревик. Револьвер. Так. че он еще позади остался, что ли? А, видел. Крипер, ты что там забыл? Так, где у нас босс-то? Господи, огромный бэйби-инопланетянин. Жесть, конечно, босс. Во-во-во-во-во-во! Вот сейчас я стрелял, вроде в, в нем прицел. Хитбоксы, что с вами? То есть, это раньше так отдача была? Если раньше была реально такая дача, а не это баг. Ну это жесть. <laughs> блин, ну это не похоже на отдачу, нифига. Отдача это когда у тебя пушка, блин, взлетает. Ну, блин, кто физику проходил? Импульс. ⁇ -мо ⁇ Ну, блин, ну что это за отдача? ⁇ -мо ⁇ Да. Наверное, это была раньше такая отдача. Выглядела. О, -о, -о, О, параллельные миры. Классная карта. Да, вот этот бонус очень прикольный. Сейчас мы до него доберемся. Я его собираю. Но раньше, когда я тоже играл в эту версию в 2018 году, и на канале у меня видосы есть. Можете найти в плейлисте. Этот я тоже видос в этот плейлист добавлю. Я этот бонус нифига не забрал. Потому что я напоминаю, как в начале ролика говорил: здесь нафиг прыжки работают очень странно. Потому что, вот смотрите, я сейчас вперед прыгаю. Ну, что это за прыжок сейчас был? Или. Прыгаю ни назад, ни вперед, ни влево, ни вправо. Взять не могу. Так, птичка. Они. Вы... Тут такие все темные, карта темная, сливаются. Это просто эндеры переработанные. Ну это ладно, это еще не сильно на плагиат, похоже. Хотя, понятно, взята идея из Майнкрафта. Эндермир. Все дела. Эндермонстры. Эндержемчук. Ну, эндержемчик у нас сейчас телепорт граната, да? Существует. Но это ладно, это не скажу, что заимствовано, это просто очень похожая тема. Так, давайте эксклюзивные пушки попробуем. Так, 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 так. Давайте не окружайте только, ребят. Господи. Патроны кончаются. Перезаряжаться нужно самому, тоже на кнопку нажимать. Автоматической перезарядки здесь нету. Даже когда у вас ноль патрон. О! Не перезаряжается, надо самому нажать, тогда он только перезарядится. То есть, немножко другая механика. Господи, опять перезарядка, тихо. Блин. тихо, тихо. Я не матерился. Я сказал слово блин. Все, не надо. А то любят они там прикалываться надо мной. О, Мезис, матерился. И давайте тайм-код писать, да? Угу. Так, давай. Есть. О, опять хит, хитбоксы странные. Или типа отдачи. ё какая может быть отдача, даже если она есть у дробовика. Она реально есть, понятное дело. Но вблизи, когда ты стреляешь в лобешник, тут даже при любой отдаче ты попадешь. Почему он не попадает? Очень странная механика. Так, Отлично. У дробовика я скажу, у, -у, у, отдача. Ну, блин, понятное дело, там энергия огромная, и импульс огромный, и все, блин. Конечно, там отдача будет жесткая. Ну, кто физику проходил, те меня, конечно, поймут, о чем я говорю. Так, давайте бонус попробую забрать с этими ужасными прыжками. Но в этом и был прикол. Нифига себе. С первого раза у меня что, скилл появился? в этих прыжках. Так, ну что это за босс, ё-моё? Тоже огромный какой-то эндер. Ходячий зомбак. Ну, понятно, понятно. Тоже с хитбоксами сейчас будем этими странными играть. Так, давай. Сурите, реально, сейчас каждый выстрел попадаю. Ток, 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 ток. Давай только не обнимай меня. Тихо, тихо. Все. Так, берем. И следующая локация у нас. О, это у нас, кстати говоря, часовня. Второй мир, вернее второй уровень, первой главы компании. Во, вот так вот, тоже более темная. Так, давайте погибайте вы все. <кхм> Секретки здесь, естественно, нет. Я думаю, вы уже догадались, где здесь секретка. Ну, чуть позже, когда монстров поменьше будет, чтобы они меня там не зажали подсказку дал, чтобы не зажали. Где у нас тут на этой локации могут зажимать? Вот угу. ну, там и секретка. Ну кстати говоря, сейчас заспавнились прям при мне. Ага. Так давайте, погибайте, господи, привидение вообще нифига не прозрачное, ну что за фигня-то? Так, у прям при мне сейчас тупо взяли и появились. Никакой анимации появления не было, просто тупо раз и появились. Как бы это странно не звучало, примитивно. Так, давайте погибайте. мега-разрушителя, соответственно, тоже урон <тых> работает на одинаковый, вернее, одинаковый урон на разные дистанции. Во, вот так вот. Не было такой механики, как у обычного нормального дробовика, от расстояния урон зависит. Не. Так. Лично, Господи, паучок опять этот мелкий. Но на пока в него хотя бы проще попадать. На телефоне замучаешься. Выцеливать его. Так. А, все. Ну да, да, вот здесь у нас секретка в лабиринте. Только единственное, я его нифига не помню. Так, а, вот здесь, да, 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 здесь проход. И тысяча очков. Гриффиндору. Спасибо. Так, а где босс? А, серьезно, я немножко не успел выйти. Ну ладно, я тебя тут убью. Тут, в принципе, просторно. Револьвером обычным, стандартным. Чтоб тебе жизнь малины не казалась. Типа прошка. Опять тут какие-то странные попадания только что были. Так, все, блин. Элементарно, легко, несложно. Так, патроны. А вроде все, да? Вроде все локации. Или нет? А, портал здесь у нас. Погнали. А, все. Монстры стали сильнее. Поздравляем, вы получили три монеты. За следующие пять уровней уже четыре монеты. То есть прибавляются вот так вот. Потом пять, наверное, шесть и так далее до какого-то лимита. Но что значит монстр сильнее? Ну-ка. А, по две хпшки мне нафиг снимать начали. Это и есть они сильнее, типа? Вроде... Вроде, смотрите, по урону они также отлетают все. Угу. Так, и что мне интересно, кстати говоря. А алмазики тоже сохранились. Блин, подожди, я хочу проверить. Слушайте, они быстрее стали. Мустры здесь реально быстрее. И алмазы все сохранились. Ага. Так, ну. А очков они тоже столько же дают. Ну-ка дайте проверить. Так, 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 так. Они реально стали, по-моему, шустрее и больше урона наносят подожди, подожди. Они еще умеют за текстуры выталкивать. Их тут и больше, нет? Слушайте, я на видео посмотрю. Потому что я сколько убил, и монстров 42. А, вот что значит они стали сильнее. Нифига. Слушайте, пожалуйста, разработчики, верните. Это охренительно. Кто эту идею придумал? Просто гений. Ну-ка, выпустите меня. Блин, я не увидел, сколько они очков дали. Вернее, алмазик сколько мне. Да, смотрите, монстров просто туча. А, жесть какая. Не, ну, тут мы уже играть не будем явно. Но это, это уже хардкор. Плюс патрон мало. Я не представляю, как тут выживать. Короче, выживать было сложно. Жесть тут. По-моему, да, монстров больше. А прикиньте, опять пройти 10 локаций, я так понял, да? И еще мощнее зомби будут. И больше их, наверное, 80 будет. Господи, пучки эти маленькие, полицаи. О, 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 подожди, подожди, подожди. Все. Нет? Как я выжил, подожди. Да, 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 их что-то дофигище просто, жесть. Ну ладно, меня убьют. Мы закончим. Так, давай. Хотя бы жизни у них столько же. Но не шустри их больше в разы стало. Жесть. Патроны в полу просто валяются. Ну. Да. Понятно. Столько всяких багов было. Да и сейчас игра багованная по факту. Так, давай. <coughs> так, паучок. Вау, 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 вау. Еще 20... Господи, слизняк, ты меня напугал. Думал, что такой огромный. Так, кирка. Ну, давайте еще раз. Это крипер. Криперовую кирку поиспользуем. Которая тоже очень странные хитбоксы. Как-то бьет непонятно. А, меня зажали. Спасибо. А свайп тут не работает как следует. Я могу потратить один эликсир и воскреснуть. Ну, давайте попробуем. А, меня сохраняют... А, -а, а, меня сохраняют на уровень, перезагружают заново его. Но теперь за следующие 5 уровней мне нифига не 4 дадут. А только 2. Вот как это сделано. Вот, и что у нас по эликсиру? Сколько он стоит-то? 30 монет, понятно. Ну, короче, все на донат шло. Вот. Потому что, ну, фармить монетки это, конечно, жестко, мне кажется. Ну, либо, опять же, играть все онлайн. Короче, все покидаем посмотрели режим выживача, вот, э, напишите, как вам тайм-коды я оставлю в описании, вот, набираем, поиграем дезмэч, кооператив, вот, скинмейкеры э, я не помню, я показывал вначале или нет, вот, но если нет, давайте еще раз покажу, господи, потому что я снимал уже давно, вот, раньше выглядело так, э, текстуры просто обычного э, гладкого камня из Майнкрафта, потом у нас э, что, Шрифт, ну, такой же, но немножко по-другому выглядит, более такой примитивный, так скажем. В двух цветах оттенков нет. И скины для Майнкрафта. То есть тут напрямую делали скины для Майнкрафта. Причем без согласия, Моджинг. Потому что раз они судились, ПГ, ну, логично, да. Создать новые. Да, раньше выглядел так редактор. И музычка осталась такая же. Можно было сменить. Слендермен. Капитан, звездный капитан, мальчик, девочка. Господи, девочка. Прикольный скин. Подожди. Ладно, я ничего не видел. Кому что тут померещилось? Давайте оставим это в своей голове только. Это ночь. Реально, это ночь? Смотрите, скин ночи просто. Жесть. Вот этот скин сохранился до сих пор. Так. Мост. Почему скин называется мост? Ладно, ниндзя. Понятно. Господи, это что за типичные старые скины из Майнкрафта, блин. Загрузить, да, здесь можно было загрузить. О. Угу. Понятно, здесь просто... Типа, вы можете взять скины, там-то, там-то, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Понятно, все, короче, вот так вот выглядела раньше игра. Если вам понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, пишем свои отзывы, набираем актив, повторяюсь, играем онлайн. Очень здесь такой прикольный онлайн. И как бы с вами был Намазис. Всем пока-пока.